Вот ты меня путаешь. Так начинается подготовка к Дню независимости. Будем душиться помидорами по полной программе. $1.99. Приезжая из Беларуси, мы хотели купить бейсболку с этим, с гербом. Ну, в общем, эта бейсболка стоила $20. Пускай ее носит царь. Ну вот, вот промо проходит, а шоколадки уже почти нет. Чтобы поесть, если один друг. 3 каждый. 99 центов за магазин 99 центов. Нет. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Сегодня у нас будет небольшой закупочный день. Пройдемся. 99 центов. Вон они там сзади светятся, прямо с небом сливаются. Только полоска отграничивает крышу от неба. И в Smart & Final. Smart & Final сегодня, вернее, неделю уже продолжается. Огромная акция. 2 паунда помидоров за $1, правильно? Да. Сейчас у нас начался сезон, и у нас очень часто сейчас будут продаваться все там помидоры, арбузы, потом яблоки начнутся, потом мы что еще, ананасы, персики будут. Бывает период, когда ананасы. Да, ананасы будут по очень дешевой цене. Потом, а у нас на балконе скоро вырастет свой. Дыни будут, да, мы, наверное, у нас тогда уже он вот так ученький. Вставим в это видео. Что вставим? Ну, пойдем снимем его, какую шишку маленькую. Вот такой ананас подрастает у нас на балконе в этом году. Вот, и, в общем, помидоры есть не только полезно, но еще и вкусно. Или наоборот, не только вкусно, но и полезно. В общем, будем душиться помидорами по полной программе. Кушайте лексикон. Пошли в магазин. Ну что, идем в центр, а потом это, потом за помидорами. Погнали. В центрах начинается подготовка к Дню независимости. Хочешь зацепить баночку личом? Личо-чо. Так, ну, бери, короче, одну. Единственное, что я вижу, перец. А, так, кстати, с перцем не надо брать. Вот, смотри, видишь? Смотри, они разные. Не предлагаю взять две разные. Ну ладно, вот еще третья есть какая-то. Нет, это такая же, как я тебе показал. Ну ладно. Ну давай пойдем потом. Так что ходить? Я там возьму, зачем мне брать? Здесь какая разница? Я хожу там. Блин, ну ты жгешь. Я не понял. Чипсы переехали. Частично. Непонятно. Подъезд чипсов. Короче, в центах немножко какие-то перевороты. Мне машинка это нравится. А мне нравится все. Все нравится. Мне машинка это нравится. Вот эта машинка красная. Мне нравится, и это тоже. Которая флажок везет. Я думаю, нам надо брать уже новую подвеску. Или у нас есть подвеска. Ну, подвеска у нас есть, но мы можем взять, если нам нравится вдвоем. Тебе какая нравится? Красная или синяя? Ну, мы пока в размышлениях, но мне обе нравятся. А я бы красную взяла. Мы можем 2 гвоздика повесить. Я бы красную взяла. Ну, хорошо. А вот такие вот вертушки на этот самый, на ветер. Они очень, а вот еще хорошая звезда. Они красивые. Я знаю, чем нашему парню надо. Начни. У нас Антоша статуя любит свободы. Всякие очки такие. Вот, хорошие очки, смотри, под флаг. Не забирай у меня тачку. Смотри, какие бейсболки классные. Зайкина классная. А? Она и вот именно классная, чтобы эта самая голова дышала. Прикольно. Сколько у нее цена? $1.99. Помню, уезжая из Беларуси, мы хотели купить бейсболку с этим, с гербом. Такая была. Как раз тогда что проходил? Чемпионат какой-то или что? Без понятия. Ну, в общем, эта бейсболка стоила $20, и мы подумали... Воздержимся. Пускай ее носит царь. Ну, так, ну мне вообще-то помню. А сюда нам не надо? Ну хочешь, давай сюда идти. Ну пошли туда. Вот туда сюда, да, пропущу. Вот это с тобой сложно, говорит, буду брать банку там, а не здесь. Пошли в печенюшки зайдем. У меня есть своя концепция похода по магазину. Концепция-то. Что тут у нас по печенюшкам новое? Вот какие-то шокотеи, бисквиты появились. Какие-то вот лимонные, я смотрю, кокосовые. Тут ты печенье хочешь? Да я не знаю, что хочу. Мне надо канталупку в салат купить. Сейчас купим. Я просто смотрю, может, что новенькое зацепить, интересно. Куки-куки. Куки-пуки. Так, я понял. Здесь мы, наверное, не скоро сможем пройти. Поэтому, вот, кстати, Нескафе продается. Сколько там? $4 баночка получается. Угу.
Ладно, пойдем обойдем. Это все для выпечки, все для начинки выпечки. Для украшения. Для украшения выпечки. Ой, поймала. Так, сейчас будем брать. Так, что у нас? Оливки. Оливки, моливки, почему я не вижу? Не прошли их. Не понял. А, вот наши оливки. Сколько, зайка? 4 баночки взять? Берем 4 баночки оливок. Что у нас по сроку годности? 22-й год. Это я показываю срок годности для того, что некоторые товарищи боятся, что в центах просроченные продукты. Так вот, это неправда. Что-то там еще интересное посмотрел? Ничего, я хотела. Вот твое лечо здесь уже будем брать? Или... А вот здесь нету с перцем. Но мне кажется, традиционное лучше, чем с перцем. Но это третий вид, потому что там был еще газ какой-то. Ты знаешь, оно вообще не похоже на то, вот как лечо, которое мы покупали, да? Нет, Зай, мне кажется, это что-то такое более перемолотое будет. Ну, что-то. Это не вот кусочками? Нет, не кусочками, скорее всего. Так чего, ты возьми баночку. Так что простую или... Зай, возьми... А, вот это вот какое-то со вкусом мяса. Мне кажется, это вообще как кетчуп какой-то будет. Ну, так вот я итальянский... Думаю, а я хочу мне не... Написано я итальянский хочу... соус. Короче, Маришка хочет, но не знает, не уверен. Зайка, оно мало калорийное, 90 калорий всего. Ты решила взять школьных макаронов? Ну, конечно. Вот такие вот макарончики, кто не знает, 200 грамм пачечка, 3 пачки стоят 99 центов. В общем, я тебе взял... так что? Не знаю, это просто томатная как паста будет. Не хочу. Не брать? Нет, я же не лечу. Не берем. Решили не брать, поставили на место. Отдай мою тачку, пошли выбирать что-то еще. Зай, нам рис точно не надо, у нас есть рис. Ну, посмотрите. Ну, только если. Посмотрите. Пошли посмотрим, хоть как кто-то шампанские вина покупает. Так, сливы появились. Так, сегодня мы возьмем пучок лучка. Если кто помнит, мы брали Smart & Final недавно лучок. Так вот, он там был в два раза меньше, да? И в два раза дороже. Ты решила сливы взять? Сколько они стоят, Зай? Сколько стоят замечательные сливы? Надо сходить узнать. И ты решила брокколи взять? А тебе хватит как одного пакетика? Я думаю, что, наверное, давай возьмем два. Но я не помню, сколько он стоит. Так, берем брокколи. Да, я еще редиску взяла. Два лучка, редиску обязательно. Редиску одну тебе тратили? Да, одну. Хорошо. Пойдешь на третью. Зай, возьми минералку. Так сказать, ты узнай. А я возьму минералку. Ну, это не минералка, а газ-вода. Зайка, тебе с лимоном? Ну что, почем там? Так, короче, пришла информация, что эти сливки стоят $1.99. Здесь, наверное, паунд их. Да. Двигаем дальше. Там паунд или два? Лимонный. А я не знаю. Наверное, паунд. Мне надо канталупа. Зайка, не хочешь?
$1.99 за одну штуку. За одну штуку $1.99. Так, вот берем одну такую конколупку. А бурачки что, почем хотите с мячом? Три бурачка. Они, наверное, по доллару. Пакетики три бурачка. Пакетик стоит. Бурачки по доллару? Да. Салатик решила взять? Ну, вот этот, как я беру. Четыре вида. Он почему-то здесь как-то... Иди посмотри другой. А я бананчики возьму. По 49 центов за связочку. Так. Сейчас посмотрим, чтобы они были не битые. Хорошенькие. Кажись, банан. Хороший бананчик. Наверное, еще одну связочку зацепим. Более-менее. Опа. У нас здесь и начали бананы есть. Полгода назад еще не ели, а тут вдруг начали. Опа. Опа, полетели. Опа, полетели. Зайка, смотри, чтобы эти не улетели. Так, бананчики взяли. Почем у нас арбузы? Взяла салатик? Сколько взяла там? Четыре вида или два? Арбузы. Ну, сходи, посмотри, что ты хотела, я ж не знаю. Давай. Маришка за грушами, а я... Я пока просто по кругу. Они такие артесты, такие артесты. Почем груши? Доллар 99. Ну, тут 2 паунда точно. Да? Ложи мне что-то их сюда. Ну, подумай. Куда дальше двигаем? Есть бизнес-план? Что берем? Ничего себе. А вон там есть какие-то другие. Посмотри, что это. Нет, там такие. Такие не хочешь? Нет. Короче, берем три маленьких кабачка. Ну, они не совсем маленькие. Но они по 99 центов, наверное, да? Если что, на кассе узнаем. А что вот это такое, зайка? Что такое кумато? А? Это помидоры какие-то? Саня, что с ней сделать? Что тут нарисовано, не могу понять? Ну, бутерброд так положить. А ты взял себе эту... Томаты какие-то интересные. Не игрушку, пожалуйста. Не игрушку? Канталупу взял. Короче, какие-то зеленые помидоры. Тут они уже в коробочках лежат. Ну что, куда двигаем? А что мы хотим купить в бытовой химии? Средства. Для? Для... Ну, для унитаза, для ванны. И канцелярские. А потом можешь еще погулять, если хочешь, по всяким мальчиковым делам. А ты что хочешь? Я с тобой погуляю. Я не хочу гулять. Хочу, хочешь гулять? Иди гуляй, я тебе разрешу. Мне не надо гулять. Я добрый. Я хочу домой еще успеть, все уже не успеем, наверное. А что ты хотел? Кофе выпить, чашечку. Ну, это походу. Так что, ты в канцелярии? А да, что ты хочешь там купить? Я хочу посмотреть. Ну иди, смотри, я пойду пока погуляю. Там, в канцелярию не вбиться что-то. А вот такой миксик, как мы покупаем. Солененький еще со вкусом барбекю. Сладко-соленый. Тарам-тарам-тарам.
Весь этот инструмент, в общем, все по доллару. Некоторые вещи только чуть-чуть дороже могут быть. Вот головки, например, 3,99. А так остальное все по доллару. В канцелярии купила что-то? Нет, я купила. Поздравления с выпуском. Да, кому ты хочешь игрушки купить? Саша. Мне кажется, Саше надо игрушки немножко в другом отделе покупать. Или ты себе игрушку хочешь купить? Я Сашка. Сашка уже, ему только для планшета игрушки. Вон Frozen коллекционная. Это надо покупать и ставить на полочку, и потом оно будет цениться. А вот эта вот девочка откуда? Star Wars? Все ясно. Это Star Wars. Вот, смотри, можешь купить себе жирафика, ты же хотела. Овечки. Не, ну, я говорил, может быть, тут есть. Но тут только ламы. Хорошенькие. А вот эти хорошенькие зайчики. Я похвастаюсь, какой я себе стакан купил. Взял себе вот такой вот стакан для коктейлей. $1.99 со специальным контейнером для льда. Ну что, донатсов идем в шоколад? Нет, донатсов никто не хочет, все идут. Я хочу пройти через шоколадные конфетки. Starbucks Frappuccino доставил нам сюда через шоколадные конфетки. Это вот не здесь, да? Хорошо. Почему? Чипсов бы мы могли поесть. Чипсы мы любим есть. Шоколад. Давай какие шоколадки возьмем. Какие-то новые? Mm-hmm. А что за шоколадки? Почитай, что там молочные. Молочные. И горькие. Что почем, какой хоккей с мячом, что за вес. Кто производитель, дай нам полный анализ. 100 грамм. Какая-то интересная. А чьих будет? Ну, я не вижу. Срок годности, кстати, 20-й год. Мне кажется, нет. Ну, бери по две тогда. Ой, кот. Ну, возьми по две. Сейчас на распаковке одна уйдет, а... И поесть такие не успеем. Ну, ладно, все, тогда... Та, с которой она пробует, она не считается. Да, конечно. Принглсов больших нету? Нам не надо. Нам не надо, да? Ну хорошо. Не надо, ну что, все, тогда двигаем на кассу. Да.
кстати, краску тоже глянула на всякий случай. Нету красочки. Будем искать. Идем сюда? Ну, идем. Я думал поискать любимого кассира какого-нибудь. Да мы же к нелюбимому пойдем. Ну, давай, вперед, идем на кассу. Мышь, иди сюда. Мы резко из магазина перенеслись домой, причем уже успели забрать Сашку, чтобы попробовать... Причем Сашка уже успел, что мы будем пробовать шоколадку. Попробовать шоколадку. Так, значит, мы взяли вот таких... 4 шоколадки, 2 по 2, ну потому что мы решили, что если пробовать... Чтобы была пара такая, ну, так, красивая. 100-граммовая, но она выглядит вот маленькая. Вот шоколадка 100 грамм обычно выглядит вот так, да? Ну чуть-чуть ну, не уже. Так, Заня. Есть у нас там шоколадка? Нет, нету. Жалко, нет. Ну в общем, это узкая и она не выглядит на 100 грамм. Это вот оптический обман, который нас обманывает. Поэтому... Вот это тоже моё. Поэтому мы решили взять по две, чтобы та, которая пойдет на пробу, она как бы считаться не будет и сразу съестся, а потом, чтобы поесть, мы съедим другую. Да, можешь открывать. Мы будем Сашкину пробовать, а я буду... Блин, все блестит, короче. Все блестит и плохо видно. Так. Шоколад. Я бы хотел узнать, чьи они. Мне кажется, они совсем... Ну, срок гарантии у них 20-й год. Так, зайка, Саша, ну как оно оценивать скорее? Так, nutrition fact. Good. Саша сказал good. А давай мы достанем и развернем эту упаковку. Короче, Сашка ест, ему уже нравится. Ну, Зайка, подожди, что ты хочешь? Давай я тебе дам поднос, я хочу упаковочку развернуть. Так на тарелочку зайдем. Так, чтобы было видно. Нет, ты шоколадку достань, мне упаковку надо перевернуть. Да, пускай красиво, потому что ничего не видно. Вот ты так хорошо держала руками, придержи так. О, так, nutrition fact. 130 калорий в 4 кусочках. То есть можно съесть 4 таких кусочка. Пожалуйста, держите. Этот, как вас называют, ассист. Так, ну значит, что там у нас? Вот, смотрите, все. Все видно, все видно, все видно, все видно. Видно, ничего не видно. Все, все нули какие-то, я смотрю, сплошные. Очень хорошо. Очень, все очень хорошо. Так, ингредиенты. Шоколадный сахар. Сахар какао, масса какао, масло, цельное молоко. В общем, вы видите, да? Оп-оп. Молоко и соя там, или молоко сои, короче, что-то содержит. Так, а чья мы так и не разобрались. Ну, вот здесь написано, смотри, Морис, что там, нет, написано. Не знаю. Написано только дистрибьютор. Ну. Спешл шоколад. Ну, в общем, блин, ну, непонятно. Короче, если кто читает штрих-коды, определяйте по штрих-коду, чей шоколад. Ну, давай попробуем. Сейчас я скажу. Маришка не хочет? Ну, как? Ну, шоколад, это молочный шоколад. Ну, это новый шоколад для нас. Мы его такого не едим никогда в этой упаковке. Ну, если бы мне дали без упаковки его и сказали, попробуй. Это ничем, мне кажется, не отличается от обычного молочного шоколада. Вкусный молочный шоколад. Ну, наверное, Хершис имеет немножко другой вкус. Ну, так я, скажем, не дегустатор шоколадов, поэтому бы название я его не сказал. Вот, давайте еще посмотрим на упаковку от Горького. На молочном не было написано содержание какао, здесь написано 53%. Но это не самый горький получается, потому что обычно горький процентов 75%. Так, ну здесь то же самое, 20-й год срок годности. Ну вот, вот проба проходит, а шоколадки уже почти нет. И причем я съел только одну четвертинку дозы. Как-то маленькая мышка затащила. В Горьком больше калорий. Посмотри, Зайка, вот на этом, да. На нераспечатанном. Здесь 130. Да, Горький на 10 вот калорий. Здесь... Но полезнее есть Горький. Так, вот его контент. Короче, ингредиент.
Ну, в общем, вот такой вот вкусный новый шоколад. А мы быстренько возвращаемся в магазин, надо же покупки делать. Наша главная сегодняшняя цель – это помидоры. Сегодня очень хорошая цена, 2 за доллар. Но она такая уже неделю, да? Это на неделю была установлена. На неделю? Да. Сейчас мы будем отбирать лучшие сорта. Паундов сколько? 10? Ну, я 2 пакетика наберу. Мало брать не будем, потому что помидоры есть полезно, особенно 2 лб за доллар. Это и маленькие пакетики, я думаю, таких пакетиков нам надо 3. Ну, какие-то сходи, возьму очень пакетик. Маленькие пакетики. Эти помидоры очень вкусные, я знаю уж, какие нам стоит покупать, и они очень хорошо дозревают, поэтому я беру не совсем зрелые. Короче, главное, чтобы они были. Они досревают. В косметическом виде хорошо. Нет, правильно, все помидоры досревают. Зайка, не все, некоторые портятся. Ты, наверное, много положила, не завяжется пакетик. Или не будем завязываться? Да я не буду, наверное, завязываться еще. Ну, продолжим. Зай, может быть, пока я помидоры буду выбирать, да, ты сходишь, я пошел за пакетом. Возьмешь авокадо? И авокадо. Нет, ну, чтобы сократить. Давай. А подними на масло и помидоры. Да. Ананас спрыгнул. 3,19 за каждый. Канталупа 79 за ЛБ. Что, пойти пакетов набрать? Зай, мне еще один пакетик нужен. 2. 1, наверное. 2. 2 ты можешь? 2, так 2. Так, закупили сачок. Прям последний забрали, блин. Апельсиновый сок по 5,99. И я взял себе 7 авокадиков по 79. Пока Маришка собрала все наши 3 пакета помидор. У нас будет помидорная неделя. Вот, все, идем на кассу к нашей любимой кассирше. Она есть? Вон она есть. Идем к нашей любимой кассирше, вот она укладывает в холодильник. Так, мы закончили наши магазины. В Smart & Final мы заплатили $23.30. У нас там только помидоры, авокадо и сок. А, сок, я забыла про сок. И в... Надо больше сока в самом складе брать. Мы переплачиваем за сок 70 центов. Ну, бери 2, когда будешь следующий раз. 3 каждому. И би... Вот, ты меня путаешь. И мы заплатили 99... центов за магазин 99 центов. Нет, мы заплатили, ну я читаю. И мы заплатили $38.40 в магазине 99 центов. Значит, мы еще захватили фольгу. Маришка побежала быстренько, когда я был на кассе. Значит, получается, у нас в эти, сколько, 38, ты говоришь, вошло доллар фольга, доллар моющее для ванна, туалет, и 2 доллара моя банка. Это получается 4 доллара. Да. 4 доллара, на них 40 центов еще будет налог. Итого получается 38 с копейками, значит, за продукты получилось 34 доллара. Да. Вот. Ну все, это вот такой был маленький заход. Большой у нас считается Sam's Club и Costco. Да, да, здесь это у нас близко к нам расположенные магазины. Я бы сказал, не близко расположенные. Ну, да, они ближе гораздо. Пойти перехватить. Не, ну они, конечно, ближе, чем Costco. Но и Costco у нас недалеко, там каких-то, может быть, 2 мили. Да. Может, 2,5. Вот, ну все, вы были на канале. Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Пишите ваши комментарии, заметки, пометки, пожелания, вопросы, предложения. И увидимся в новом видео. Всем пока-пока. Увидимся. Бай-бай.